Раньше я всех любил, а теперь тот, кто мне делает добро, тех люблю, кто зло, тех ненавижу, а кто равнодушен, тех благодарю, что не мешает. Ненависть есть порча, а любовь есть благословение. Если вы на кого-то в сердцах обиделись и пожелали неудачи, то его она и настигнет рано или поздно, смотря с какой силой вы пожелали. А если благословили, то все будет благословенно. Во всяком случае, ему будет лучше. Человеку настолько, насколько вы способны ему пожелать.